Всем привет! Многим понравилось видео, в котором я учу имена участников группы BTS. И сегодня я решила снять вторую часть этого видео и буду учить имена участников группы Monsta X. И сегодня мне снова будет помогать моя подруга Юля. Всем привет! Начнем мы также с фотографии и закончим дэнс-практиками и клипами. И первый раунд — это знакомство. Юля будет показывать мне их фотографии и называть имена, а я буду пытаться их запомнить. В общем, первый — это у нас Зайка Кихён. Лидер группы. Смотри на его моську и запоминай. Итак, это АМ. Вот. Запоминаем. Джихон. Который эту песню никогда не перепутаешь. У него ямочки еще, кстати, когда он улыбается. А есть фотки же такие? С ямочками? Ну да, вроде во втором. Пожалуй, где? Следующий это Хёнвон. Губастенький такой. Да, я вижу. Кстати, по-моему... Он тоже, да, губастенький? Шихон. Да. Шихон. Как правильно произносить? Ну, вообще, там что-то по-корейски как-то пишется, там идет Ч, потом Ж, и вот оно как-то не сочетается. Ну, в общем, кто-то говорит Чухон, кто-то говорит Джухон, кто-то Чжухон. Я говорю Джухон. Короче, они оба губастенькие. Это у нас Шону. Даже не знаю, как его запомнить. Просто Шона. Ладно. Запомнили. Так, дальше это Минхёк. А это Вонг. Тоже губастенькие, да? Да я не знаю, они как-то все губастенькие. Нет, самые губастенькие это Хёнвон, естественно. Это просто губы всем губам. Так, сначала пройдемся, потом... Так, первый. Кихён. Второй. АМ. Третий. Чухон. Хёнвон. Шон. Да. Минхёк. Вонха. Я помню, как мы вспоминали в BTS имена, да. Просто. Кстати, напишите в комментарии, куда вы ставите ударение в их именах, потому что, насколько мне известно, все произносят их по-разному. Это Шона? Нет. АМ. Да. Блин, точно. Минхёк? Да. Хёнвон? Чухон? Да. Так, это Шону. Это... Он лидер. Да? Да. Кихён? Да. Ой, Вонха. Да, ты чё? Да я путаю их имена постоянно. Как видите, изучение имен участников группы Monsta X у нас проходит намного... проще, нежели бы продуктивнее. У нас тогда и раундов было больше, потому что я вообще их никак не могла запомнить. А, мы по пути этого добавляли, ты говорила. Мы добавляли еще раунды. Да. Ищи картинки. А, ты его трудно запоминаешь. Шону? Да. Чухон? Минхёк? АМ? Да. Вонха? Да. Кихён? Да. Хёнвон? Да. Давай, поехали. Слева. Ну, это Вон. По серединочке. Шону? Нет. Шучу. Я смотрю на соседнего и думаю, нет. А кто посередине? Да Шону. Шону? Я много отсказала, если честно. Да, да. Я посмотрю уже на того, как... А этот губы спрятал? Возможно. Это Хёнвон? Да. Чихон? Нихон. Чихон. Не Чихон. Так, дальше повыше в кепочке. Минхёк? Нет. Пальцом в небо давай.
Аем. Шону? Да. Угу. Чухон, Шону, Хёнвон, Вонхан. Потом рубашечки серые. Кихён. Вот Минхёк на переднем плане, а это Аем. Да. Шон. Аем. Так, ладно, надо думать. Чухон? Да. Дальше. Кихён? Минхёк? А кто был первый? Чухон. А, Чухон, Кихён, Шон? Да. Это Шон? Да. Я не могу вообще никак запомнить. Придет время. Это Хёнвон? Да. Так, здесь это Вонха, Минхёк, Аэм, это этот, Кихён, Чухон, И, а, там И, там И, и Вонха, нет, блин, я не знаю, кто это, сложно, да? Аэм, да. Это кто? Минхёк. Да. Да? Минхёк. Так, здесь Минхёк. Вонха. Хёнвон. И Кихён. Молодец. О! Кихён. А, блин, да почему? Кихён и... Шон. Да. О! Ага. Ну, это... Это Вонха. А вот беленький это... В смысле, наоборот? А, наоборот. Вонха и Хёнвон. Да. Хёнвон. А на фоне? Кихён. Первый клип это Monster X Beautiful. Вот, это был Минхёк. Да. А это Вонха. Хёнвон. Слышишь, твой громче. Почитай. Okay. По ямочке. Я не помню. Шону? Нет. Нет. А, этот? Чухон? Да. Почитай. Аем? Да. Это Шон. Да. А это Хёнвон. Да. А это Вонха. О, да. Как у тебя девочки? Кихён. Да. О, я уже всех назвала, да? Ну, можно послушать клип. Ты вроде его видела, разочек, да? Не знаю, не помню. Я тебе вроде один раз показывала, ты тогда не особо увлекалась этим. Я просто смотрела, а ты такая, Я даже особо не смотрела, если честно. Ах ты! Чисто сердечное признание пришло. Надо еще раз их назвать, потому что я уже забыла. Ну, поехали. Так, это Чухон. Хёнвон. А, подожди. Вонха белый, да? Это Минхёк. Да. А это? Кто это? Я это движение видела уже. Где? Я не знаю, где-то видела. Ну, клип 17-го года вроде, да. Вот я легко запомнила Вонха, Хёнвона, Минхёка, ну и Кихёна еще.
Сегодня Аня слишком хорошо справляется с Monster X, но, к сожалению, в BTS такого не было. Следующий клип это Hero, японская версия. Первые фотографии, по которым вы знакомились с ними, были из фотосессии с этого клипа. Это был Шамар. Да. Что-то тебя кто-то посмотрела. А это? Чмоха. Да. Он тут тоже беленький. Доктор? Минчок. Да. О. Мой любимый. Шону? Да. А это? Хелла. Чудин. Губайский. Чудин. Да я не знаю. Вот. Кстати, эти лица не так уж хорошо видно. Но ты, тем не менее, ошибки не сделала, не ясно. Что мне безумно рада? Это Шона будет? Да. Я тоже об этом подумала, блин. Как и ниже. Впереди? Был. Был? Да. А ты что, наверное? Чем? Хорошо? Ниже. Да. Это крутая бомба, да. Я думала, она не поняла. Только здесь он как бы не представился. Вроде бы, да. Ну да. Блин, локации такие прикольные. Ну, по сравнению с клипом, который и корейской версии вот этого. Так, Dance Practice, Shiny Forever, да? Да. Черно-белый? Конец. А здесь они далеко, тут будет сложнее, мне кажется. Еще из телефона. А мне бы сейчас еще убедить. Угу. Да не, вроде я определю. Первый, да, это, насколько я помню. Давай тут кто поет? Я вообще не вижу, кто поет, серьезно. Ну, сейчас звонка. Да? Возможно. Да. О, я по голосу буду, хотя бы определять некоторые. Это Чухон? Нет. Не вижу. Вот я вижу этот Минхёк. По-моему, Хэнгон. Да, поёт кто? Кихён? Да. Нет.
Я не могу понять, кто это. А еще есть курьерик? Это же не станет хотя бы. А, фигу, сейчас запрыгну, знаю. Кто это будет? Впереди нас кто? Шону? Да. А вот это кто? Угадай. Моя? Нет. Да блин, он был. Да, был. А, да, точно угадала. Солилась? Блин, я не знаю, кто это. Да еще подсказка на всю жизнь. У него стоит всего два рэпера, а я Джихон. Это был Джихон. Да. Это как я сказала Оле, то что он такой маленький, но их маленький ты удалишь. Ой, зайка за такой. О, да. Стоп, сидите. Ну все. Ненавижу, что нет. Отпустите меня. Да, кстати. Не бесит. Кто сейчас справа? Было опасно рассказывать. Нет. Справа, в смысле, прям сзади? Кепочки. Они двое там в кепке. Ай, блин. О, сейчас кто поет, кто поет, кто поет? Вонка. Ага. А это кто? Шон. А это? Поет. Кел. Продолжайте. Не знаю. АМ. АМ который? В черном? Убейте пальцы. А в черном кто поет? Я не вижу. А вот это? Это же он. Ну а что это? Ты говоришь, типа, высказывание опасное в сторону штанов Менхёкой? Ну да. Ну блин, ну все нормальные в джинсах, у него что-то непонятное просто. Так получилось, что сегодня я довольно-таки быстро выучила Monster X. И видео с изучением имен плавно перешло в небольшую реакцию. Но я надеюсь, что вы не против. В процессе съемок у нас в Юле зашла речь о выпускном. И так как она выпускница прошлого года, она может поделиться с нами своим опытом, рассказать о своем выпускном, об ошибках, которые не нужно делать. И мне это тоже будет интересно, потому что я сама выпускница, в этом году выпускаюсь. Если вам интересна эта тема, напишите в комментариях, мы обязательно снимем про это видео. Ну и на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео. Всем пока! I'll gotta catch a lally fly, and you don't better teach her not to cry.